небольшое изменение в протоколе, и Жоао Пина, Португалия. Жоао Пина в белом кимоно, Константин Семенов в синем, и бронзовая медаль достанется тому, кто победит. Вот. Хорошо, хорошо, вязать. Припрыжку португальца. Я первый раз такой вижу, что вот так вот пытаться достать соперника. Внимательно, 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 внимательно. Это немножко противоречит, по-моему, правилам дзюдо. Не правилам, а принципам дзюдо передвижения. Спокойно, спокойно, или опять спокойно. Вы скажете, что главная победа. А там, давайте, прыгай на одной ноге. Нет. Видно, что желание такой победить борьбы, очень, да, очень уж велико. С отворота, с отворота. С отворота. Так по-разному и стоят, и борются эти спортсмены. Да-да-да, делай. Семенов сейчас стоял высоко-высоко, затем сложился, сгруппировался. Вот. И как вот бывает, змея перед выпадом, она клубок сначала собралась, а затем выстрел такой. Мне сейчас будет интересна схватка, связанная с тем, что стили борьбы у них абсолютно разные. Абсолютно разные. Интересно будет, кто выиграет. Да-да-да-да-да-да-да-да! Ну, как интересно. Он на ножку выхватывает. Инженерная работа такая. Много борцов из бывших из республик, с самбистами, они пришли на дзюдо. Техника, которая там была, сейчас очень хорошо помогает. Вновь и вновь пытается как раз достать ногу соперника Константин Семенов. Вот я скажу так, вот по борьбе много приемов спортсмены делают на такой вот прием, как мельница. Подсказывает тренер белорусский, что надо давать оценку Вазари. Обвива, потом вперед бросок на подхват. Такая индонезийская борьба, пинчак силат. Там вот как раз. Вот там как раз очень часто используется обвив ноги. Вот. Мельница, смотрите, сколько много вот. Почти что в каждой вот схватке бросок мельницы делает. Чем это объяснить? Физикой. Просто физические кондиции позволяют этот прием выполнять. А он и зрелищный, он и эффективный. Если уж бросил, ну, всем видно, как ноги пролетели в воздухе. И поном пахнет уже в основательно. Потяни руку. Осип. При атаке руку на мельницу там создается очень много разных моментов. Можно провести разные броски. И стойки, и с колен можно делать. Стряхни. Все в порядке работает, да. Я уверен, ну, вот за пяточку выходит. Да. Может быть, за правую он показывает. Вот опять пошел. Да, Костя. Взял за штанину. Все хорошо. Стряхнись. Так же. Разные школы. Совершенно разные. Как будто два разных вида борьбы. Да. Но тем интереснее этот поединок. Давай, интересно. И вот попытка на мельницу с колен. Пина. Взрывной, конечно, взрывной. Расслабляться. Вот такой вот. Психотерапевт дает такую установку, тренер, не выключаться, не расслабляться. Но, видимо, нужны вот эти сигналы извне спортсмену дополнительные. Так мы юг отдали, да? Да, юг. А тот бросок? Да, хотя... Качни, раз, до конца! Упором стопы в живот все-таки довернул. Болевой. Да и болевой сразу перешел. Вот как раз та самая самбистская. Нет. Раздосадован. Опять юг отдали. Опять юг отдали. Уверенно! Жоао Пина, конечно, тоже хочет выиграть. И технический арсенал у него приличный, но... Делай! Так делай! Японы сейчас.
Константин смотрит на табло, а сейчас очень большие, яркие табло, все видно спортсменам и болельщикам. И вот такой разновидность подхвата, по-моему, провел, да? Сложное положение Вазари, пол победы. Вот мы сейчас только с тобой смотрели, вот показывали Японию, да, были. Вот по сравнению, сколько он бросков уже сделал. Три все оценивают, и Юка, Вазари. И удивление. Но нашим спортсменам, я считаю, что белорусские спортсмены — это наши ребята, все равно. Ой-ой-ой-ой-ой! Увлекся Константин. И едва-едва его. И в плечо. Плечо. В плечо. А чуть не головой вошел в татами. Жоао Пино очень агрессивно сейчас атаковал. Посмотрите, как он его провожал и неудачно страховал. Не вывихли. Мне это так знакомо. Если привычный вывих еще. Во как что? Ну не дай. Не, ну так идти в атаку, когда нет двух захватов, это, конечно, серьезность. За свою серьезность должен покупаться. Ну вот дают время спортсмену для оказания самопомощи. Задаисты мужественные ребята. Очень волевые. И мы знаем, как бывает иногда трудно со сломанным ребром, с выбитыми пальцами, с сорванным ногтем. Но надо. Остается несколько секунд или несколько минут, и ты должен все равно. Вся сборная на тебя смотрит. Тебя готовили, тебя тренировали, тебя везли на эти соревнования в надежде, что ты выступишь и будешь биться. И Константин Семенов продолжает. Вот оттуда. Еще минута. Минута. А можно забыть об этом? Конечно. Внимательно встречать. Он ее может и не чувствовать. Не упускай. Он только в партере ему сейчас надо бороться. Тянуть время там. Бороться, 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 бороться. Садись. Но это возможно? Возможно. В серьезном дзюдоистском поединке без одной руки практически бороться. Или это чревато чем-то, это сложно. Вот большой мастер может с одной рукой довести, допустим. Поэтому называют его, наверное, так и называют его большим мастером. Почему? Накажут, но, я думаю, не смертельно. Могут. Пассивное видение сейчас. Спокойно сверху, сверху спокойно. Константина потревожить. Спокойно сверху. Я предлагаю заправиться. Думай, дышим. Сколько много людей, да? Дзюдо популярно. По-моему, только что Владимир Невзоров говорил, что дзюдо в мире очень популярно. Давид Дуе идет по улице, и у него просят автографы прохожие. Популярный человек. Такого уровня люди, как Зидан, я не знаю, Платини, и вот Дуе, дзюдоист, тоже в одном ряду не стоят. Потому что борьба очень интересная, и вы в этом, конечно, можете сейчас убедиться. Наказывают. Чудо. Тянут. 30 секунд. Костя, нормально. Костя, так же, сверху. Это уже с боевого самбо элементы. Борьба, положение лежа. Константин продолжает. Продолжает, несмотря на больное плечо. Даже в сложном положении. Контратаковать. Он подсказывает, что... Япон. Фантастика. Вот чисто на зубах, что называется, вытянул. Молодец. Как в замедленном кино. Посмотрите, как это делается. Захват. Ну, как бы блокировал захваты. Да, потому... А не была ли это маленькая хитрость, да? Да нет, ничего себе хитрость. Ну, да, действительно, воткнулся по полной программе. За 2 секунды до окончания схватки Япон. Браво, Константин, мы аплодируем тебе, наши симпатии. Я думаю, так же, как и аплодисменты зрителей.